Сегодня состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при главе республики. Как оценивает бизнес инвестиционную среду в Чувашии? И что думает об этом население республики? Какие критерии наиболее точно характеризуют ситуацию? Эти вопросы приобрели еще большую значимость в связи с внедрением инвестиционного стандарта. Напомним, в нашей республике он был принят в конце прошлого года. В 2013-м же независимое агентство «Эксперт РА» оценило инвестиционный потенциал регионов и рекомендовало, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Достаточно большой потенциал у нас в инфраструктуре. Инфраструктурный потенциал у нас великий, и он превышает средний интегрированный показатель. Поясню, за счет чего у нас появился вот такой большой инфраструктурный потенциал. Прежде всего, на сегодня одним из приоритетных направлений бюджетного планирования является строительство и реализация проектов в области капитального характера. Мы выделяем серьезные средства, вы видите, порядка 3-8 миллиардов только на объекты коммунального и инфраструктурного капитального характера. Из года в год эти объекты, сумма увеличивается. На втором месте дорожно-транспортная привлекательность. Это, кстати, подтверждают и опросы населения республики. По плотности дорог с твердым покрытием Чувашия на 5-м месте в России и среди первых в Приволжском федеральном округе. Надо отметить, каждый муниципалитет старается внести свою лепту в повышение инвестиционной привлекательности. Упрощают процедуру оформления документов, формируют земельные участки. Открывают бизнес-центры. Не отстают и предприниматели. Иван Павлов, например, собирается строить уже вторую гостиницу. На этот раз в содружестве с мировой сетью «Ирбис». А в Алаторском районе скоро появится новое предприятие по производству стройматериалов. В селе Отрадь предусматривается строительство современного комбината по выпуску облицовочной керамики. Это еще одно очко в актив строительной отрасли. Все это свидетельствует, что инвестиционный климат в республике вполне благоприятный. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.